Шагу медленно. Раз, два, нет, ты не крутишься. Ты раз и вот это движение делаешь. Раз и скручиваюсь на ногу, еще раз. Раз, во, и обратно крутись, не шагай, не шагай. Посмотри, нога, поворот, то есть нога под вращение идет. И опять разворот, и нога выходит. Раз, нога пошла. Раз, во, вот это надо. Медленно, понятно, как делается? Нога, плечи, опять сбоку раз, вместо того, чтобы начинать вращаться и вставать бить, ты пошла ногой. Ты убрала массу свою с удара. Раз, поворот, закрутилась, пошло вращение обратно. Во! Нога сама ставится под удар, а не нога и удар идет здесь. Удар и нога, нога, ух, поворот. Ну, еще раз. Раз, два, три, оп. Да, да, да. Вот давай, повтори еще раз. Давай, давай, с этой стороны хочу, давай. Давай, пошла, оп, здесь, вот, пошла. Кан, оп, дан, оп, дан, вот так, пройди меня. Ну, где поворот-то опять? Ты ударишь, ну, крутись, крутись, солнце, прошу тебя. Разворачивайся больше, но голова прямо, да, оставь голову прямо. Смотри мне в глаза, у меня красивые глаза, смотри мне в глаза. Раз, два, три, оп, во! Вот ты сделала сейчас. Еще раз. Этим поворотом ты уходишь, голова уходит с линии атаки. Умница. Все. А быстро сможешь? Естественно. Да, давай, естественно. Оп. Двигайся. Поехала. В прыжке, прыжковой ситуации. Оп, 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 оп. Оп, на себя сразу. Оп, пошла. Где вращение-то? Прыжки, но вращение тоже самое присутствует. Поворота нет. Все, медленно делай. Тренируй это действие медленно, ясно? Потому что, да, прыжок, прыжок и вращение. Ты на передней части стопы остался. А ну-ка медленно мне с ногами в подскоке попробуй, получится. Пошла еще раз, пошла, прыгаешь. Раз, два, где поворот? С плечами, развернись, закрутись плечами. Рано рука, рано, с рукой, еще раз прошу тебя, с рукой, придержи руки прямо, с головы пошли они. Крутись, да, да, прыгай, прыгай. Во, во, вот, вот, вот это собранность твоя. Все, хоть поняла, на что работать, правильно? Да? Ты это вращательно, молодец. Здесь, сохраняй эту группировку, ваш корпус, вот он. Хоть шагаю я, хоть прыгаю. Все, вот здесь высоко, низко, неважно. Но вот эта группировка сохраняет, помогает вам действие продолжить одно движение из другого. Раскрылся, все, оп. Раньше рука пошла. Тебя будет раскрывать, то есть теряется будет равновесие. Ось вращения. Пробуйте, пользуйтесь.